Суприм, хочется поздравить с возвращением тебя. Президент нашего клуба Владимир Дубинский сказал, что тебе очень мало времени понадобилось для того, чтобы дать согласие на возвращение. Благодаря каким факторам ты принял такое решение? Я не думал, потому что это была очень хорошая возможность для меня, потому что я здесь узнаю, я знаю весь менеджмент, я знаю тренерский состав, мне здесь очень нравится, мне нравится Украина, и я не раздумывал об этом, а сразу просто подписал контракт. Расскажи, пожалуйста, как сложился предыдущий твой сезон после ухода из Прометея? Да, это был хороший опыт для меня. Чемпионат был довольно интересный и сильный. Очень много команд шло ровно, и мы одерживали очень огромное количество побед. Но в связи с коронавирусом мы не смогли добраться до самой вершины, потому что тормознули весь чемпионат. Как с тебе российская зима доставляла какие-то неудобства? Именно сибирская, это не просто российская, а сибирская. Да, это была более холодная зима, чем здесь в Украине. Мне приходилось одевать шарф, шапку, по трое штанов, укутываться постоянно, и это было действительно очень холодно. Ты уже немного потренировался со своей командой. Как можешь оценить, насколько вырос уровень игроков по сравнению с тем, когда ты играл в высшей лиге? Да, действительно, уровень игроков очень хороший, очень интересный. Мне очень нравятся эти тренировки. Все ребята знают, что мы будем играть в очень сильном украинском чемпионате. Также мы будем играть в FIBA Еврокап. Все настраиваются, все слушают тренера, все его исполняют, и у всех все получается. Действительно, очень хороший состав. Ты уже побеседовал с главным тренером, может быть, с Дмитрием Марковым, который был главным тренером, когда Прометей играл в высшей лиге? Да, у меня был шанс немножко пообщаться, не так детально, но несколькими словами мы перекинулись. Они, тренерский состав, мне объяснил, что от меня требуется, какие у нас стоят задачи и как необходимо их выполнять. Из-за высокой конкуренции, которая в команде намечается, ты готов играть, может быть, меньше, чем ты привык обычно, там по 30 минут там, времени на площадке ты проводил в том же Прометее и до этого в университетских командах? Да, я понимаю, что у нас очень сильная команда, и на моей позиции играют действительно очень высокого уровня игроки. Мне это очень нравится, это очень хорошо для моего тела, для моего развития. Я готов работать и выкладываться в каждом эпизоде до последнего, и буду играть столько, сколько доверит мне тренер. И моя задача ни в коем случае не подвести команду, а работать, и все будет улучшаться. И, соответственно, я буду получать времени столько, насколько сколько мне позволят. Как думаешь, на что способен этот состав Прометея, как в Суперлиге, так и в Еврокубках? Мы имеем действительно очень сильный состав. У нас достаточно здесь разных ребят, которые местные, они имеют и опыт, и есть молодые ребята. Все готовы бороться. Также, ну, у нас один из лучших составов в Украине. Здесь также есть американские ребята, которые имеют хороший уровень выступления в различных чемпионатах. Все вместе, если мы будем придерживаться того, что мы одна сильная команда, мы добьемся самых высоких результатов. Спасибо тебе большое и желаю, чтобы и ты, и команда этих результатов и добились. Thank you very much for this conversation, and we want to say you your best, and you need this team, and this team together will be a win. Да, спасибо.